Более сотни спортсменов приехали в Николу-Березовку на финал республиканских соревнований по настольному теннису. Их итоги шли в зачет 27-х сельских спортивных игр. Добрый день, участники, наши уважаемые участники сегодняшних соревнований. От имени администрации района горячо и сердечно приветствую вас на нашей гостеприимной Краснокамской земле. И вообще радует, что это не первое спортивное мероприятие, которое собирает на территории нашего Краснокамского района лучших спортсменов Республики Башкортостан. Спасибо вам! И я думаю, знаете, это не случайно, так как наш Краснокамский район является чемпионом, 14-й год подряд чемпионом в республиканских сельских спортивных играх в группе зачетов с населением до 32 тысяч населения человек. И 9-й раз подряд это в общем зачете среди 42 районов. Это, конечно, очень большой труд и очень высокое мастерство. Поединки прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Прикамье». Сегодня участники у нас из 27 сельских районов и 7 городов, объединенных городов и районов. В соревнованиях приняли участие 37 команд. Это мужчины и женщины в возрасте от 17 лет и старше. Представить Кармаскалинский район приехала тренер по настольному теннису Мария Валеева. По ее словам, в соревнованиях подобного рода она участвует много лет. Впервые ракетку Мария взяла в школьные годы. Интерес к спорту привил отец, а она, в свою очередь, увлечение настольным теннисом передала и своим детям. Соревнования очень важны. Играю не первый год. Уже на протяжении, наверное, 10 лет я участвую в этих соревнованиях, не пропускаю. Хотя и в декрете была, и маленькие дети, я постоянно езжу и участвую. И на протяжении уже всей своей жизни я играю. И сейчас я уже тренер сама, и сама тренирую детишек в школе. Являюсь чемпионкой, здесь первые места занимаю среди женщин. Прошлый год наша команда заняла первое место, благодаря мне, наверное, тоже. В каждой команде было по 3 представителя. Олег Лежаков. В сельских соревнованиях он участвует с 1981 года. Его первые соревнования состоялись в Бирске. Олег признается, настольный теннис стал неотъемлемой частью его жизни. Мне сейчас очень, скажем так, от души отрадно, что обратно выходит на тот же уровень, как раньше соревнования были. И этому способствует как раз проведение соревнований у вас. Единственное, конечно, что далеко, но зато у вас все очень здорово, классно организовано. Краснокамский район представил чемпион мира по настольному теннису, член паралимпийской сборной страны, мастер спорта России Кемал Гайфуллин. В личном первенстве наш спортсмен занял 2-е место. Кто самый сильный? О, здесь, даже сложно сказать. Здесь и все сильны. Здесь и слабых нет. Все сильны. Трудностей нет. Играть надо просто. Среди сельских команд в финале республиканских соревнований по настольному теннису первенство одержала команда Гафурийского района. На шаг позади – Краснокамский район. Бронзу завоевала команда Кармаскалинского района. Среди объединенных команд первое место завоевал Благовещенский район. Серебро – у команды Ишимбайского района. Бронза досталась представителям Туймазинского района.